такие лошадки красивые, какие-то такие необычные цвета, бежево-серые. Ой, они повернулись все ко мне попой. У нас сегодня... Ой, Бруно, не дергай меня, пожалуйста, дай поснимать. У нас сегодня понедельник, уже 16 октября. Мы с Бруно вышли погулять. Бруно, ну пожалуйста, ну постой чуть-чуть. Хочу заснять, там он же ребенок лежит манюсенький. Руки трусятся. В общем, не получается красиво заснять. Еще машина едет, надо отходить от дороги. Идем с Бруно гулять, новые места покорять. Брун, пойдем. Новые места покорять. А на улице ветрено. Ветер просто сумасшедший. Давай я сниму поводок, иди гуляй. Подожди. Сидеть. Сядь. Сядь. Молодец. Все, не прыгай. Можешь идти гулять. Гуляй. Все, гуляй. Беги. Как на поводке, так ты рвешься вперед. Как без поводка, так ты под ногами. Ой, ребята, я вообще как капуша. Смотрите на меня. Закуталась. Я вообще одела шапку и намотала шарф. Но дело в том, что мы шли, меня ветром просто сносит. Насквозь пронизывает. Я в оконцовке еще и капюшон одела. Очень ветрено. Но в целом мне тепло, нормально. Я в пайте в этой теплой. В штанах спортивных теплых. Так что, в принципе, нормально. Когда нет порыва ветра сильного, то вообще замечательно. Такая дуняшка. Бруно! Фотку с тобой сделала. Солнышко светит. Идем гулять. Сейчас походим, погуляем, вот пойдем домой дела делать. У нас уже 2 часа дня. Мы только выбрались на прогулку. Да? А мы только выбрались на прогулку. А все потому, что кто-то очень долго сегодня спал. Вообще не хотел просыпаться. И спал, и спал. Шабака такая, барабака. Ой. Когда ветра нет, на солнышке вообще просто замечательно. Я надеюсь, нас никто не будет ругать, что мы по полям чужим ходим. Ну а с другой стороны, где нам еще с собакой погулять? Да, Брун? Скажи, погулять нам негде. И погулять нам негде. Все, идем. Идем гуляем. Дышим свежим воздухом. Отдыхаем, гуляем. Я взяла тарелку, естественно. Чтобы Бруно поиграл. Обожает он эту игрушку. Тарелку. Боже, как красиво. Бруно, как красиво. Такое небо, ты на фоне зеленого поля. Без коптик. Вообще красота. Ой. Thank you.
общем, ходит какая-то птичка, куропатка. Я ее вижу, но камера ее почему-то не видит. Она бежит, серенькая там, бежит по этому туннелю. Но на камере вообще ее не видно. А одна прям вылетела очень близко с Бруно, и он хотел ее словить. Иди, иди, Бруно, иди. Ой, ой, что-то тут. Побежал, побежал. Иди, иди, Брун, иди. Ой, Миллер звонит. Юш, Юш, успокойся. У кого такие крылышки красивые? Вот это такие птички тут бегали. И мы их видели. Я надеялась, что тут нет воды. Бруно, я тебя прошу, пожалуйста, вылезь. Меня Милош прибьет за то, что ты залез в такую грязную воду. Бруно! О, боже мой! Черная собака. Бруно, пожалуйста, вылазь оттуда. Фу, что ты там вытащил еще? Водоросли какие. Мама моя родная, ты черный весь. А-а-а. Только не прыгай на меня, пожалуйста.
Бруно, нет! Ну, вот что мне сделать? Бруно! Черный, весь черный. Я в шоке. Я просто в шоке. Ну его теперь туда, оттуда не оттащишь. Он теперь понял, что там вода. Капец, нам еще 2 недели до каплей. А ты уже испачкался весь. Как его теперь помыть? Так, чтобы не полностью. Ой-ой-ой-ой-ой. Довольный, как слон. Умоляю, только не буду. Все равно надо было туда залезть. Брун, что ты там шукаешь?
боже, да заставьте эти бутылки. Ребята, кто знает, зачем вот так вот кресты ставят? Один раз мы встретили такую горку, могилку, и там было 5 крестов, где-то около леса, около посадки. Сейчас вот около дороги. Непонятно. Но если кто-то кого-то похоронил, я имею в виду питомца своего. Бруно, нет! Нет! Бруно, нельзя! Фу! Иди сюда ко мне! Пошли! Пойдем, быстро! Бруно, нет! Блин, хоть бы он туда не нырнул. Бруно! Хоть ту! Ёлки-палки, нет! Ну ты вообще меня не слышишь? Вот что мне, пойти быстро, так вдруг он тонуть начнет. Бессовестный ты, Брун. Ну что ты туда лезешь? Давай, иди на поводок. Иди сюда ко мне на поводок. Собака просто сегодня сошла с ума. Мне холодно, а ему он, пожалуйста, весело. Это ужас. Это какой-то кошмар. Мы все грязные. Сейчас домой придем, вместо того, что работу выполнять свою надо. Так мне еще всех надо помыть, самой помыться и перестирать все. Ужас. Так вот, о чем я говорила, об этих крестах. Что если это похоронили там питомца своего домашнего, то почему такое странное место? Ну, то есть как-то непонятно. Брун, успокойся, пожалуйста. Машина поехала. Не, она просто остановилась. Пошли. Странно, что тут машина остановилась. Ой, мы пройдем тут или нет? Брун, заставь то. Заставь. Ой, это пан Лешек. Бруно! Вот я так и не договорила, что если хоронят своих питомцев, да, там животных, то почему выбирают такие странные места? То ли я говорила это уже. А это, кстати, наш сосед пан Лешек приехал на поле посмотреть. Нам пришлось обойти чуть-чуть, потому что здесь, видите, тоже там внизу вода. Пойдем, пойдем, Бруно. Бруно просто с ума сходит. Он тут в воде вот поныряет, плавает. Вон, видите, стоит крестик. Ой, а там сколько воды. То вообще просто потом собака неуправляемая. Порвал мне штаны. Мало то, что все грязные, так еще и порвал штаны. Пойдем, пойдем, Брун, пожалуйста. Ветер, конечно, очень сильный. И совсем мне неприятно гулять по ветру. Ой, ребята, честно вам признаюсь, приятного от сегодняшней прогулки очень мало. Ветер просто неимоверно сильный, порывистый. Всю насквозь меня просто продувает. Я вообще не знаю, будет мне слышно или нет. Бруно, хоть ту. Очень холодно. Лицо все обветрилось. Всю меня аж знобит. Я, честно, устала от этой прогулки. Даже не спасает то, что периодически выходит солнышко и достаточно приятно оно греет, но все равно очень сильно холодно. Бруно! Ну,
А Бруно, конечно же, счастлив и доволен сегодняшней прогулкой. Он успел и поплавать, и понырять, и что он только не успел сегодня сделать. Фух, как говорится, что не сделаешь для своей любимой собачки. Будешь гулять и в дождь, и в снег, и в морозы, и в порывистые ветра, лишь бы твоя собака была довольной. Там едет комбайн, сейчас посмотрит на меня, подумает, что я дурочка какая-то, стою с деревом. Вон, видите, едет какой большой комбайн. Брун, пойдем. Пошли, пошли. Ой, какой большой комбайн. Хоть. Хотела поснимать видео, и тут меня люди нашли. Полчаса ходила, устанавливала телефон, чтобы скрыться от ветра. И в оконцовке так и не доснимала ничего. Все, мы идем с Бруно домой. Я очень сильно замерзла, очень сильно устала, и мы очень сильно голодные. Но самое главное, что счастлива моя собака. Он набегался, напрыгался, напугался. Ребята, смотрите, сколько тут опят много. Обалдеть. Хорошая полянка. Да если вырастут они, то здесь как бы хватит на много чего. Я надеюсь, это опята, а не ложные. А ну, Брун, дай засниму. А может и ложные. А может и ложные. Брун, ну дай засниму. Непонятно. Пошли, не трогай. Фу. Ух, наконец-то мы дома. Сейчас надо помыть Бруно, покупать. Время начала 5-го. И давайте посмотрим на наши результаты. Сейчас, секундочку. Шагометр я сейчас включаю. Сейчас иду в приложение. И нажмем стоп. И что у нас тут? 7690. Фу, блин, все наоборот. 7967 шагов. Час 26 мы гуляли. Что у нас тут? Почти 4 километра прошли. Но я включила не с начала нашей прогулки. Как обычно, я включаю уже после того, как мы достаточно много прошли. Бруно! Кто-то не нагулялся, походу. Как-то очень мало показывает на самом деле, не знаю почему. А в прошлый раз, где у нас тут в прошлый раз посмотреть, вот пятницу мы ходили 11, почти 12 тысяч шагов находили, 4 километра прошли. Как-то в этот раз маловато. Маловато.